Наврус-Байрам, или праздник весны и начала Нового года, отмечается в день весеннего равноденствия 21 и 22 марта. После включения его организацией ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества, праздник стал официально международным. Однако традиции его пришли к нам из древности. Они символизируют обновление и вход в новую жизнь. Историю никто не знает, когда это образовалось, это праздник. До того старинный праздник. И каждый год это время люди весело, радостно встречают этот праздник. Я еще могу одно заметить, что кто в этот праздник приходит, обиду прощает, долги расплачивается. Даже в этот праздник кто приходит, можно сказать, что кровный месть прощает. Это такой праздник. Чисто сказать, что по шариату то, что нам положено, то и в этом празднике приурочено. До наступления Навруза каждый вторник вечером отмечают День стихий, День воды, огня, воздуха, земли. Самым важным считается последний – Ахыр-Чиршембе, Ахшамы, когда разворачиваются главные события. Этот день насыщен различными обрядами. В их перечень входит Сепент, Сабен, Сир, Сиб, Серке, Сатар, Синджит. Все это переводится как «зелень пророченных зерен». Для детей здесь отдельные развлечения. Поздравить тех, кто долгие годы живет в соседстве, внося в свою лепту в развитие республики, пришли и представители Министерства по внешним связям, печати и информации. Тепло поздравляем вас и всех членов организации с традиционным праздником Наурус-Байрам. Этот день совпадает с весенним равнодействием, когда вся природа готова к бурному пробуждению и возрождению. Наурус справедливо называют праздником всех, кто ждет весну. Он олицетворяет уважительное отношение к многовековым обычаям и традициям, богатому культурному наследию, пробуждает в людях стремление к созиданию. Наша республика – край взаимопонимания и дружбы между людьми разных национальностей и вероисповеданий. В самом маленьком регионе страны в мире и согласии проживают представители более 70 национальностей. Здесь они нашли своих друзей, кров и долгие годы живут в соседстве, внося свою лепту в развитие республики. Такие мероприятия укрепляют дружбу и взаимодействие между народами. Мы живем как в семье единой. Они живут здесь у нас в республике, развивая свои культуры, свои традиции. Все-таки для них очень важно, что есть одна большая семья, это республика Ингушетия. Каждый из пришедших надеется, что этот год будет плодотворным на радостные и праздничные встречи. Ведь Навруз – праздник не только весны, но и дружбы и единения. Идрис Ижиев, Мухаммад Билакиев, Новости 24.